Внимание, внимание! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самое популярное за этот сезон платье – ажурный сад по спецпредложению. 2999 рублей. Нет, на самом деле сейчас в магазинах вот вечернее исполнение в преддверии Нового года очень дорого стоит. 6-7 тысяч. А то и выше. У нас меньше 3 тысяч. Отличная цена. Уже завтра, Оленька, если это платье останется у нас в арсенале телеканала Шоп-н-Шоу, оно будет стоить около 6 тысяч. Но на самом деле, говоря про это платье, у меня всегда ностальгия прекрасного, легкого, с чего-то королевского. Я обожаю платья сложные. И эти платья подчеркивают индивидуальность каждой женщины. У нас представлено 2 цвета. Я выбираю для себя синий цвет, так же, как и Танечка Боборова. А Екатерина Шестеркова выбирает для себя платье «Ажурный сад» в классическом черно-белом исполнении. Размер у нас от 48 до 62. Но я, честно говоря, даже в шоке вот сейчас нахожусь, потому что девочки... такие стройные, такие идеальные. Вот прям платье действительно сногсшибательное. Да, мы поговорим о стройности, но хочется начать с кружева. Оля, посмотри на это кружево. Ага. Обрати внимание на то, что это цельное полотно. На самом деле цветное кружево сегодня на пике популярности. Появились такие материалы в Италии. Ну а сам по себе кружевной материал с 15 века и даже ранее радует королевских особ. Вот ты начала программу с того, что вечерние варианты в магазине стоит от 7 тысяч, а наше платье универсально. Давайте по порядку. Предлагаю вначале выбрать размер. Да, конечно, смотри, у нас размерная линейка достаточно широкая, от мала до велика. Скажи, вот кружево иногда оно вообще не тянется, понимаешь? И поэтому сложно посадить идеально по фигуре. Согласна. Как у нас здесь нужно четко выбрать размер? Ну, по дизайну платье «Ажурный сад» представлено в виде фасона футляр. Это одна из самых выгодных фасонов платья, которые стройнят женщину. Но при выборе такого фасона надо учитывать эластичность ткани. Давайте посмотрим сейчас. Наша ткань очень хорошо тянется, и это заслуга лайкры, которая добавлена в состав нашего смесового полотна. Лайкра, кстати, не только позволяет посадить платье по фигуре, лайкра позволяет женщине чувствовать себя комфортно, и лайкра держит кружево. Это кружевной ажурный материал будет радовать вас. Посмотрите на мою фигуру. Я хочу сказать, что не каждое платье так безупречно подстроиться под мои формы. Все знают, у меня широкие бедра, у меня не такая уж и идеальная талия. Оля, но в этом платье я чувствую себя очень комфортно. Причем я хочу вам сказать, что на мои широкие плечи вточные рукавчики сели безупречно, они делают фигуру меньше. Кружево очень приятное к телу, но это еще не единственная ткань. Внутри вас ждет вискоза. Да, сюрпризы чуть позже и подарки. Ну, Свет, скоро Новый год, 18 дней остается до Нового года, а телеканал Шоп-н-Шоу уже дарит подарки нашим любимым телезрителям. Если вы сегодня приобретете специальное предложение только сегодняшнего дня по самой выгодной цене, вы бесплатно получите вот такой палантин. Причем 2 платья возьмете, ну, например, с подружкой вместе, 2 палантина получите. Ну, а если действительно возьмете 2 платья, вы еще и получите бесплатную доставку от телеканала Шоп-н-Шоу. Скоро Новый год, остается 18 дней. Вы еще успеете купить для себя праздничное платье. Оленька, я покинула тебя буквально на минуту. Мы с Катей имеем совершенно разные тип фигуры. У меня широкие бедра, а у Катюши прямоугольный тип. Но посмотрите, это платье силы безупречно на каждую фигуру. И это огромный плюс. Платье настолько комфортно, что мы не чувствуем скованности в движениях. Согласитесь, это очень важно. Итак, давайте выбирать размер. Если у вас, так же как у Танечки Боборовой, сдвоенный размер, у Тани вверх 50, бедра 52, берите больше 52, и тогда это платье подчеркнет все ваши преимущества. У Танюши эффектно демонстрирует, мы видим, как красиво подчеркнута талия. Кстати, зона затемнения приходится на бедра, и это стройнит наших моделей. Кружево дает легкость образу и не перегружает ваш ансамбль. Катерина, у Кати 54 размер, у Кати вверх 54, бедра 52, Катя взяла 54. Я ношу размер 52 и беру платье размер в размер. Вот я жду от Оли Грядуновой физической нагрузки. Света, присядь. Я хочу сказать, что платье действительно очень комфортно. Это важно, потому что это платье не оставляет заломов и следов. Здорово, Свет. То есть, получается, не помнемся, правда? Значит, будем танцевать на танцполе и понимать, что мы не помятые, мы идеальны. Свет, кстати, хочу тебя про кружево спросить. Я тебе
не раз рассказывала про свою блузу, которую я носила на экзамены, надевала всегда. Ты знаешь, она очень колкая была, неприятная по тактильным ощущениям. Вообще, кружево – это такой капризный материал. Вот, скажи, пожалуйста, вот сейчас кружево в 21 веке, оно какое? Кружево сейчас очень мягкое, кружево прочное, нежное. И, кстати, эта ткань мне очень нравится тем, что она рисует узор на женском теле. Когда я тебе сказала, что внутри у нас вискозное полотно, я сейчас хочу заметить, что кружево к телу не прилегает. К телу прилегает вискозное трикотажное полотно. Ткань упруга, она берет на себя эффект подтяжки. И это как подъюбник на юбке. А вот кружево, Оля, посмотри, мы сейчас покажем нашим женщинам. Ткань очень мягкая, и это видно, посмотрите. Она тает в моих руках. Она как будто снег. И она такая, как пластилиновая. Хочу вам показать, что ткань очень прочная. Посмотрите. Я сейчас рывком натягиваю эту ткань. Если бы здесь не было лайкры, то все трещало бы по швам. И наша ажурная паутинка потрескалась бы. Но наше полотно с добавлением лайкры обладает невероятной прочностью. Но все равно стирать лучше не надо дома. Лучше, наверное, химчистка. Потому что, не дай бог, кружево будет вот на ниточке, знаешь, стираться. Нет, когда я говорила о лайкре, она не только позволяет платью безупречно сесть на фигуру. Лайкра держит состав кружева. Поэтому стирать такой наряд ты можешь дома, в домашних условиях. Либо машинная стирка, либо ручная. После стирки платье можно не гладить. Ну что ж, набирайте номер телефона прямо сейчас и успейте заказать свое торжественное платье под названием «Ажурный сад». 2999 рублей. Это цена только сегодня. Посмотрите на скидку. Скидка практически равняется стоимости. А скоро Новый год. И это действительно бестселлер телеканала. Многие наши постоянные телезрительницы, Свет, они ждали снижения цены на платье «Ажурный сад». Сегодня тот самый день, когда нужно заказать платье и, кстати, получить подарок. Сегодня с каждым платьем вы получаете палантин. Звоните и заказывайте. Ну, а я хочу, в свою очередь, сказать, что наше платье выглядит как платье двойка. Мы видим с вами в цвет айвори, очень красивые расписные вензеля. Это напоминает нам блузон. И вообще, Оля, когда я увидела это платье, я была под таким впечатлением. На самом деле, создать такую сложную композицию очень трудно. Но мне нравится, что наши вензеля продолжаются. Это новые технологии окрашивания материалов. Слушай, ну, конечно, знаешь, что обидно? Мы сейчас купим это платье, и только на праздник наденем, и все, больше никуда. Нет, преимущество нашего платья в том, что мы можем сочетать его с любой базой. Смотрите, например, вы собираетесь на работу. Возьмите любой вискозный кардиган. Может быть, это будет и вязаный кардиган. Я хочу показать вам, что каждый из вас будет выглядеть безупречно. Любой кардиган, накинутый на плечи, и вы эффектно на своей работе. И в пире, в мире, в добрые люди, как говорится, платье «Ажурный сад» и подарок от телеканала «Шоппинг-шоу» с каждым вашим платьем. Успейте купить. Скоро Новый год.